Ladies and gentlemen, the Samsung Galaxy S5. Привет, с вами Вилсаком, и нет, вопреки вашим ожиданиям, я не буду рассказывать, что свежеанонсированный Galaxy S5 это S4 вид сбоку, а дизайн его задней крышки не что иное, как калька с потолка ВАЗ-2106. Я вообще не буду кошмарить Galaxy S5, заниматься тупо аналитикой и пытаться навязать вам свое псевдообъективное мнение. Я лишь попытаюсь поделиться своими впечатлениями через несколько дней после презентации. Samsung Galaxy S5. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru. В отличие от презентации Galaxy S4, у Unpacked 5 был неплохой тизер, но в конце концов остался конкретный такой сюрприз в пятой степени. А вообще, сколько бы я или еще десяток видеоблогеров, а также 35 экспертов не делились своим мнением и впечатлением от презентации Galaxy S5 в целом, главное — это глаз народа, поэтому оставляйте свое мнение в комментариях, а вообще попробуйте описать свои впечатления от Galaxy S5 одним словом. Я же со своей колокольни отмечу, что Galaxy S5 в первую очередь удивил тем, что не удивил. Я не буду перечислять характеристики, вы скорее всего знаете и так их наизусть. Чуть-чуть улучшили здесь, чуть-чуть добавили там, больше аккумулятор, быстрее камера и так далее. Но в первую очередь самое страшное то, что Galaxy S5 это некая сборная солянка того, что сейчас есть на рынке. В 2007 году Apple взорвала рынок и ушла в отрыв со своим iPhone, просто потому что вложила в руки людям то, что они действительно хотели на тот момент, и продолжают держать марку на протяжении вот уже 7 поколений устройств. Samsung в свое время удачно сориентировался, скопировал хорошие решения из iPhone в свою линейку Galaxy, добавил интересные решения от себя, подключил маркетинговую машину и ушел в отрыв на рынке Android. Вот и получается, что реальную конкуренцию iPhone долгое время мог составить лишь Galaxy, ну где-то до 4-го поколения. Сегодня, когда те же Sony, HTC, другие производители, китайцы оправились от удара 2007 года, нарастили мышцу, Samsung начинает копировать у них. Смотрите сами. Камера — это Nokia, пылевлагозащита чистой воды Xperia Z1, фингерсканер — это, ну, все тот же iPhone 5s и его Touch ID, и перечислять на самом деле можно очень долго. Само собой, Samsung не был бы Samsung, если бы не показал что-то интересное, например, сильно улучшенный S-Health, но здоровье — это вообще тренд 2014 года, и всевозможные браслеты, они реально заваливают потихонечку рынок, но Samsung молодцы. Второе поколение того же Galaxy Gear уже похоже на что-то вменяемое по сравнению с тем недоразумением, которое было в 2013 году. Но тенденция, на мой взгляд, удручающая. Уже S4 не смотрелся однозначным царем зверей в мире Android. S5, как все тот же пылесос от Samsung, собирает по рынку все самое классное. И его конкурентное преимущество лишь в том, что все самые интересные фишки собраны в одном корпусе. И если вектор сохранится, то S6 назвать законодателем мод будет, ну, очень сложно. В итоге получается забавная история. На одной чаше весов интересное устройство с набором классных функций, на другой, прямо скажем, не восторг публики и журналистов. Samsung попробовал играть на поле Apple, и пока у него не очень получилось. На этот счет есть классное выражение: что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В этом смысле очень интересно поглядеть, что покажут ребята из Купертино. iPhone 4.7 5.5 дюйма. Ждать осталось недолго, а сегодня, кстати, день рождения у сэра Айва, так что поднимите рюмашку за его здоровье. С вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер и пишите в комментариях свое мнение, может быть, я крайне неправ. Будет интересно почитать. Пока!